Ну, здрасте. Это Влад. Вот я накачиваю лодку. Вот нехитрое приспособление, которое облегчает жизнь лодочника. Боже, как тут у меня стоит. Надеюсь, такой системы ни у кого еще нет. Сейчас опробуем. Так, вот берем. Раз. Колесо. Оп. И застегиваем. Второе колесо. И застегиваем. Сойдет. Все, можно катить. Смотрите сами. Да, бережок-то крутой. А вот что дальше? Самое интересное. Называемый мобильный транец на колесиках. Очень удобно транспортировать, обслуживать и так далее и тому подобное. Ну, смотрите сами. Хоп, и покатил. Можно быстро катить, можно медленно. Трехтактный двигатель 15 лошадиных сил китайского производства. Без претензий, вообще прям без претензий. Вот, заснял, как работает винт. Ой, красиво. Это Пэймайби, недалеко от города Барнаул. Очень красивые места. Октябрь месяц. Временами шел дождь, со снегом, вообще не почему. Кстати, я нарастил транец на 3,5 сантиметра для этого двигателя. Лодка пошла вообще по-другому. На глиссер выходит в 2 секунды. Скорость не измеряли, ну, километров 40 бежит, а больше не надо. Наш водоем, вон какие кореги торчат. Ну все, пока.